Локоны – одна из самых женственных и красивых укладок, которая действительно подойдет для любого повода. В сегодняшнем ролике мы поделимся с вами простым способом, который займет у вас примерно 5 минут, а в результате вы получите красивые и объемные локоны. Вам потребуется резинка для волос, термозащита, круглая плойка, заколки, лак для волос. Соберите все волосы в тугой высокий хвост и разделите на 6-7 крупных прядей. Поочередно накрутите каждую прядь, не забывая закалывать горячий виток. Когда все локоны будут накручены, сбрызните их лаком и оставьте на 10-15 минут. По истечении времени удалите заколки. Поочередно раскрутите каждый локон. И снимите резинку. Разделите локоны пальцами и снова сбрызните лаком. Готово! Надеемся, наш способ вам понравился, и вы возьмете его на вооружение. Спасибо за просмотр и помните, вы прекрасны, а мы лишь помогаем подчеркнуть вашу естественную красоту. В сегодняшнем ролике мы покажем 5 мужских лайфхаков, доступных повседневных хитростей, которые помогут упростить вашу жизнь. Как правильно сматывать наушники? Все знают, что это за кошмар. Провода путаются в кармане или рюкзаке так, что порой на распутывание такой конструкции уходит уйма времени. Мы предлагаем простой и верный способ смотать наушники так, чтобы можно было навсегда забыть о кошмаре запутанных проводов. Для этого намотайте провод от наушников 8-кой на пальцы. Как предотвратить износ проводов? Раздражают оголенные провода или когда зарядное устройство перестает работать уже через несколько месяцев после покупки? Повысить износостойкость таких кабелей очень просто. Закрепите у оснований с двух сторон металлическую пружинку от шариковой авторучки и готово. Такая простая уловка позволит избежать чрезмерных изломов кабеля. Как быстро охладить бутылку пива? Забыли вовремя поставить в холодильник пару бутылок пива, а матч любимой команды уже начинается? Просто оберните бутылку мокрыми бумажными полотенцами и отправьте в морозилку. Уже через 15 минут пиво станет холодным. Кстати, этот способ отлично работает и с другими напитками в стеклянных бутылках. Как остаться при всех пальцах во время ремонта? Если вы достаточно брутальны и сами забиваете гвозди, сохранить собственные пальцы невредимыми поможет обычная прищепка. Просто зафиксируйте ей гвоздь и бесстрашно орудуйте молотком дальше. Как сверлить без шума и пыли? Лень подметать пол после нескольких просверленных дырок в стене? Возьмите самоклеющийся листок, согните вдвое и прикрепите прямо под будущим отверстием. Это задержит строительную крошку и пыль. Надеемся, что эти лайфхаки окажутся полезными для вас. Меня зовут Женя. В преддверии сезона бикини нужно позаботиться о красоте нашей кожи. Мы предлагаем эффективный комплекс для борьбы с растяжками. Приготовим кофейный скраб и крем с мумиё. Для скраба нам понадобится натуральный молотый кофе, настойка перца и горячая вода. Кофеин способствует выводу из клеток кожи излишней жидкости, в результате чего кожа сделается более гладкой и более упругой. Используйте только натуральный молотый кофе, который правильно хранился и у которого не истек срок годности. Подождите несколько минут, пока кофе настоится, и добавьте несколько капель настойки перца. Полученную смесь настаивайте в темном месте в течение 3 дней. Важно перед применением обязательно попробовать скраб на небольшом участке кожи. При необходимости уменьшите концентрацию жгучего перца, добавьте еще кофе, либо столовую ложку оливкового масла. Для крема от растяжек нам понадобится мумиё в таблетках, их можно купить в любой аптеке, и обыкновенный детский крем. После растворения добавляем крем. Важно добавлять раствор в крем, иначе эти ингредиенты не смешаются. Смешиваем до однородности, а чтобы придать крему более приятный аромат, добавим несколько капель апельсинового масла. Не забудьте сделать тест на аллергию, эфирные масла подходят не всем. Крем нужно хранить в холодильнике и пользоваться им ежедневно. Ухаживайте за собой, любите себя и будьте в форме. Всем привет! Конечно, когда у вас на кухне хороший выбор продуктов, сыры, мясо, свежие овощи и зелень, то приготовить что-то вкусное – это лишь дело времени и профессионализма. Но когда ты открываешь холодильник и обнаруживаешь там сосиски, яйца, прошлогоднюю сгущенку и лапшу быстрого приготовления, то тут уж нужна сноровка и фантазия. А мы, в свою очередь, поможем вам, и поэтому подготовили универсальную подборку блюд на любой случай жизни. Это будут запеченные бутерброды, быстрая карбонара и зефирный торт. Ну что, друзья, приступим. Мы начнем с бутерброда, и для начала измельчим зелень. Нам понадобится что-то вроде петрушки, либо укропа. У нас сегодня петрушка. Также можно использовать зеленый лук, либо что угодно, что вам мама передала из дому. В общем, все меленько измельчаем. Также потом у нас под измельчение пойдет сосиска и помидорки. В общем, такого плана бутерброды, они не требуют каких-то особенных знаний. Нужно лишь достать все, что есть в холодильнике, и попробовать это смешать. Конечно, не переусердствуя. Ну, то есть не надо добавлять туда джем или какие-то дикие ингредиенты, если они вдруг оказались в холодильнике. У нас сегодня достаточно простой набор. Это 2 сосиски, помидорка и, как я уже сказала, укроп. Туда же мы потом добавим майонез и кетчуп. Все это смешаем, затем выложим на хлебушек. Это может быть белый хлеб, может быть черный, в зависимости от того, что у вас есть. Сверху слегка приправим и присыпем сыром и отправим запекаться в духовку до приготовления. У нас, на самом деле, тут все продукты достаточно простые, поэтому для них не требуется каких-то особенных условий, не требуется особенно температурный режим. То есть нам нужно, чтобы начинка хорошенько прогрелась, чтобы сыр запекся и хлебушек слегка подрумянился. То есть все достаточно просто. Выкладываем их к сосискам. Сосиски можно заменить любой колбасой, которая есть, либо заранее приготовленным мясом. Сейчас мы все это перемешиваем вот до такого, кстати, достаточно симпатичного состояния. Вот, примерно так это выглядит. И сейчас выкладываем на бутербродики. Берем один кусочек хлеба, кладем начинку, присыпаем сыром и отправляем все это в духовку запекаться до нужного нам состояния. Если у вас нет духовки в квартире, либо в общежитии, то ничего, это можно сделать либо в микроволновке, либо на сковороде под плотной крышкой. Единственный нюанс того, если вы будете использовать микроволновку, то хлеб, конечно, не подрумянится, не станет хрустящим. Но в этот момент тоже можно воспользоваться сковородой и на сухой поверхности его слегка обжарить с обеих сторон, либо воспользоваться тостером. Тогда у вас получится практически такое же блюдо. Вот, а мы сейчас закончим с бутербродами и отправим их в духовку запекаться. Я думаю, что минут 5-10, посмотрим, когда у нас все дойдет до нужного расплавленного состояния. Правильно формулируйте задачу. Давайте реалистичные обещания. Очень маловероятно, что вы выучите новый язык за месяц или сбросите 10 килограммов за неделю. Если вы ставите перед собой цели, соответствующие вашим возможностям, вам будет достаточно просто их достигнуть. Разбивайте задачу на более мелкие. Начните с малого. Выбрать подходящие курсы, купить кроссовки, не пользоваться лифтом и так далее. Составьте конкретный план действий, необходимых для достижения поставленной задачи, и приступайте к выполнению каждого из пунктов плана. Соблюдайте регламент. Ничего не откладывайте на завтра или даже на 1 час. Установите для себя определенную дату, составьте конкретный список дел и приступайте. Выработайте привычку. Чтобы сформировать и внедрить в жизнь новую привычку, требуется от 20 до 40 дней. В этот период вам придется нелегко, но если вы справитесь, то ваше новое занятие просто перейдет в разряд одного из обычных дел. Визуализируйте цель. Создайте как можно больше напоминаний о вашей цели. Пусть все, от заметок на экране смартфона и ноутбука до магнитов на холодильнике, напоминает вам о том, к чему вы стремитесь. Монетизируйте цель. Расскажите о своем решении тем, чье мнение для вас не безразлично. В такой ситуации нарушить свое слово вам будет сложнее, ведь вы побоитесь уронить свое. Также попробуйте назначить достаточно весомую для вас денежную сумму и отдайте ее другу. В случае, если вы выполняете обещанное, он возвращает ее вам. Если нет, оставляет себе. Фиксируйте достижения. Записывайте все значимые события, происходящие с вами, все, что вас вдохновило, все, что вас обрадовало. Сложите эти записи в небольшую банку. Через год вы перечитаете эти записки и удивитесь, каким же прекрасным, несмотря ни на что, выдался ваш год. Ставьте цели и достигайте их в новом году!